Отдел полиции сообщает, что на территории Заинского района участились случаи мошенничества. Буквально несколько дней назад на удочку мошенников попала жительница района. Через сайт Авито была продажа гусей. Что якобы мошенники позвонили, представились предпринимателями из города Елабуги в ресторане, и что они заинтересованы в покупке большого количества гусей. В результате мошеннической схемы продавец лишилась 28 тысяч рублей. Несмотря на то, что ведется активная профилактическая работа, люди вновь и вновь продолжают попадать в неприятные ситуации. Напоминаем, что наиболее популярными способами обмана сегодня являются продажи через сайт Авито и сообщения о блокировке банковских карт.